in questo episodio di ieri, лажу. І от во вчерашнем епізоді, questo è un gol annullato. Это незасчитанный гол. Al Metalist, незасчитанный гол Металиста, dove il фуорігіоко di Devic, assolutamente во вне игры, chiaro. И там это было чётко видно. È стато браво ад аспеттаре sul Он правильно подождал, дождавшись первого удара, perché il pallone non è andato a giocatore che era in gioco. Не пролетел, не коснулся к тому игроку, которому он предназначался. Вы фате казу, бачим жокатори в смотрите, здесь игрок не видит. Но тот, кому идет мяч, это вот этот игрок. Che è in posizione regolare. И он находит положение, что жокает правильно. Но когда он играет в мяч, этот игрок. In questo momento, в этот момент Девич in fuorigioco. Девич во вне игры находится. Sulla spinta del portiere del palo. То что? Забивает сначала вратарь, потом он забивает сюда прима позиция. Он отдал первую оценку. Молодец на фланге, потому что два игрока были вне игры. Паллоне ва аль терцо. Мяч поступает к третьему, который находится в положении вратаря. И потом уже спустя несколько секунд он принимает правильное решение. Прекрасное решение, потому что Девич находится в положении вне игры. Это действительно очень позитивный эпизод, который может понадобиться другим ассистентам для того, чтобы показать, как нужно поступить. Но учитывая то, целью, не только работать с Премьер-лигой, Премьер-лига, конечно же, интересует всех. Ma noi dobbiamo interessare il futuro. Нас интересует и будущее. Ma noi dobbiamo interessare i miliardi di assistenti. Нас интересуют и ассистенты, che sono in prima lega, seconda lega, o anche a livello regionale. На региональном уровне. Questo tipo di materiale, такой материал, può essere usato, может быть использован, a livello locale, на местном уровне, per insegnare, для того, чтобы проводить обучение, per educare, для проводить обучение.